Здравствуйте, меня зовут Худышкин Арсений, мне 8 лет. В Новый год много приятных хлопот. И елку надо украсить, и подарить всем подарки близким и друзьям. Чтобы все успеть, я позвал на помощь робота-художника, которого я сделал, конечно же, из Лего. Чтобы сделать корпус, я использовал кирпичи. Чтобы сделать дополнительную подсветку, я использовал хаб и пульт управления. На основной двигатель я надел круг, который я вырезал из белого картона. Ну что, приступим к рисованию? Я понял, что можно добавить еще немного краски, держа фломастер в руке. Немного дополню и смотрите, что у меня получилось. Теперь наша елочка во всей красе. А еще я из этих кругов сделала открытки, которые я подарю, конечно же, близким и друзьям. И даже малышам. А еще в новогоднюю ночь можно немного пофантазировать, поиграть в игру. Например, поиграть в игру «Новогодняя ассоциация». Надо дорисовать, на что похоже. Я готова к Новому году. А вы?